это кошмар. Это самая отвратительная, мне кажется, мода. Была именно в 80-е годы, она пришлась вот на мою юность. Как раз вот это химическая завивка, это какие-то совершенно безумные клипсы вот носили какие-то вот такие. Ужасно, все ужасно. Подплечики просто такие гигантские. Мы ходили все как просто, я не знаю, как будто, я не знаю, в ротаре ходили. Вот это. Это ужас. Певица Валерия обладала хорошим голосом и редким цветом волос. Но каким красивым был их натуральный вид, никто в стране не узнал. Знаменитой она стала рыжей. И снега останутся твоими. Мне так жалко было расставаться своим цветом волос, потому что он у меня... Я всегда им гордилась, он был таким легким пепельным оттенком, от которого я как избавилась тогда, так вот до сих пор не верну. Певица Валерия тоже вслед за другими звездами доверила свой лук, что в переводе означает образ, модному стилисту. Зверев решил покрасить ее волосы в черный цвет, выщипал пряди у висков, в общем, превратил певицу в совершенно другого человека. Когда это случилось, я никого не предупреждала из близких, я пришла. Все были в ужасе просто.